Нещодавно ціни на електроенергію підвищились. Чи почали миколаївці заощаджувати? Дізнаємось сьогодні. Как все, стараемся меньше включать, меньше пользоваться. Но вообще очень обидно, что такая большая страна. И, извините, вот так вот все у нас. Конечно, выключаем все приборы, которые необходимы. Допустим, если у нас маленький ребенок спит под лампочкой, да, ну, то есть под светильником, то мы уже на ночь его выключаем, потому что это действительно чувствуется по деньгам. Будем сидеть без света так вот вечером. Только когда вот давление меряю, мне нужен свет. Я не экономлю, у меня двое детей. Поэтому работаем, платим. Экономия заключается в том, что как можно меньше везде выключаем электроэнергию. Рідше включаємо бойлер, користуємося приладами, мультиварка все-таки дороже, чем газ. Ну а как можно сэкономить на стиральной машине, на холодильнике, на телевизоре, на компьютере, свет включить в туалет, в ванну? Может кто-то, кому-то удобно, ну, как купаться в темноте? У меня, например, нет. Поэтому одни расходы. Не знаю, я не плачу, у меня родители этим занимаются. Ну, не помітили, може, батьки почали якось заощаджувати, може, світло вимикають в домі, вас змушують. Ні, ну просто отоплення чуть-чуть холодніше вдома становиться у нас. А зі світлом економія якась є? Ні. Покупаю лампочки світодіодні. Ну, а більше яка економія? В основному лампочки горять, ну, телевізор, все. А телевізор по неволі смотриш, програми, які тобі подобаються. Стараемся включать все из розеток. Все стараемся включать. Более поставили в экономный режим. То есть среди недели он работает у нас где-то посерединке. На 45 градусов нагревается. К субботу, воскресенье мы поднимаем уже больше, чтобы выкупаться. Ну, выключаем, следим друг за другом, как швейцары. Кто не выключил в туалете, кто не выключил в этом. Вот так экономим. Да не стали вообще. Не заметили подорожание? Не, я даже не знал. Я экономлю всю жизнь. Девочки, всю жизнь выключаю, отключаю бойлер через 3 минуты, вообще раз в неделю включаю. Все.